Здравствуйте! Вы смотрите очередной выпуск ВК новостей на канале Важного Кота. Очередная неделя завершена, а это значит, что пора подвести ее итоги. На прошедшей неделе Godlike Mega Master наконец-то выпустил в продажу новый набор Лимониста с антагонистами отряда Чиполлинос. Набор злодейских плодов растений доступен к приобретению за 1900 рублей в мягком пластике. Также возможна отливка набора из жесткого материала по заказу. Еще одной новинкой от Мегамастера оказался кандидат от партии «Единый Изенгард» Орк-депутат, одиночная фигурка, 500 рублей. Основной тираж точно также был выпущен в мягком материале, но про жесткий пластик всегда можно спросить у производителя. Все ссылки в описании. И дабы избежать мошенничества, общайтесь непосредственно с руководством групп. Горыныч Пласт сообщает о том, что наборы стрельцов в нетиражных цветах почти закончились. На момент выхода ролика остались только темный, красно-терракотовый, пепел войны и Арктика. Также есть сообщение о новых наборах 40-мм трапперов от «Воины и битвы». Отлита партия первого набора и отправлена заказчику. Всего в данной серии под названием «Дикий Запад» планируется 17 наборов. Судя по информации, первый набор будет в 5 цветах. Также сам Горыныч Пласт планирует отливку наборов оружия номер 1 и номер 2, в том числе в одном нетиражном цвете. И предлагается на выбор красный или черный. Свой выбор вы можете сделать в группе производителя, проголосовав в соответствующем посте. Помимо всего прочего, готовится пресс-форма для нового набора от «Солдатики Лад», который носит название «Ледовые побоища 2». Альянс Свободных опубликовал летопись отряда «Бригада». А еще показали второго и третьего бойца отряда мутантов из вселенной «Метро 2033» – Кикимора и Носач. Скульптором этих миниатюр является Влад Бронник. «Воины и битвы» показали рендер 6-го конного сержанта Тевтонского ордена, плюс абсолютно невероятный мастер модели отряда «Ниндзя». Увы, но скорее всего стоит ожидать их в смоле, а не в пластике. Просто Тойс продолжают показывать изображения фигур серии игрушек по Gravity Falls. Продемонстрированы такие персонажи, как Зус, Венди, Дядя Стэн и Билл Шифр. Напоминаю, что фигуры планируются к выпуску в четвертом квартале 2021 года высотой в 6-9 см и стоимостью 400-500 рублей за одну. Также из-за многочисленных требований выпустить фигурку поросенка Пухли был создан опрос, какую фигурку стоит заменить на Пухлю, ведь в серии должно быть только 6 фигур, и пока кандидатом на вылет идет Билл Шифр. Квадромысль поделилась новинкой – фигурка монстра по имени Безликая Софи. 9-сантиметровая фигура частично сборная, которая представляет собой нового персонажа вселенной «Другие». Немного новостей от издательства Palma Press. К сожалению, полезны они будут только для москвичей и тех, кто смогут оказаться в Москве с 24 по 28 марта. Издательство извещает, что будет присутствовать на ярмарке Non-Fiction номер 22 на стенде в разделе «Комиксы» в гостином дворе по адресу Ильинка 4 с 11 до 21.00. И вы имеете все возможности посетить стенд данного издателя. Переходим к новостям интернет-магазинов. Корпорация Fantasy сообщает, что поступили такие предзаказы бронепехоты и бит Fantasy, информация о котором озвучивалась в предыдущем выпуске новостей. Также показали рыцарский замок из Castlecraft, но пока непонятно, стоит ли ждать его в продаже. Сборная красота, убивающая нервы и пальцы, высотой в 35 см, в длину 37 см и 23 см в ширину. Небольшой совет для всех, кто хочет приобрести Castlecraft. Подумайте, готовы ли вы пожертвовать своим временем, нервами и пальцами. Магазин «Солдатики Санкт-Петербург» заполучили новинки от YEG Castings из серии «Наполеоновских войн», а также «Тяжелого русского дружинника». Миниатюры в металле, каждая по 230 рублей. Помимо этого появились и фигуры от «Марс». Британская пехота и немецкие ночные охотники, масштаб 1 к 32 по 1575 рублей за набор. И наборчики немецких парашютистов в зимней форме и танкистов в масштабе 1 к 72 по 620 рублей.
Солдатики на все времена пополнили такие разделы, как Call to Arms, Airfix, Italieri, Marks, Toy Soldiers San Diego, Armies in Plastic, Нетехнолог, Gun-Ho, Репликант и Вестон. Как вы понимаете, ассортимент новинок слишком велик, чтобы озвучивать все ценники, поэтому рекомендую всем заинтересованным пройти по ссылке, указанной в описании, и ознакомиться более подробно самостоятельно. Интернет-магазин War Toys сообщает о поступлении новинок металлических миниатюр в чернении от 490 рублей, а также достаточно постоянный вид обновок для этого интернет-магазина, миниатюры различной высоты в росписи. Вот такой итог прошедшей недели. Надеюсь, что хоть какие-то вести окажутся для вас полезными. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч!